Ну и кроме того, сейчас вы узнаете, почему президент Путин много думает, извините, о моих трусах. Давайте подробнее про вещи. На них было что-то? Коробка, то есть что-то там нашли на ней? Что с этим делали конкретно? Ну, мы же два раза ездили. Угу. Ну, первый раз пакет был обычный. Ага. Пакет там с печатью, там все, там разорванный весь был. Там были вещи, ну, они мокрые какие-то были. Вот, там были вещи, как бы, соответственно, то, что было там. Там костюм, там, эти трусы, носки, там, маски. Угу. Футболка, соответственно, да. Так, и что, какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Ну, обработку делали. Что тогда конкретно делали, объясните? Ну, замывали, обрабатывали растворами. Чтобы не это, ну, там,